Новый видос, новый видос. Орех стрим снайпит. Орех меня снова застрим снайпил. Всем привет. Орех снова на своем скорпионе. И мы продолжаем с ответами на вопросы. И мы продолжаем. О! Какая встреча! Какая встреча залетела у нас! Чисто залетела встречка. Вдруг, внезапно. Так, пару шальных ореху. Пару шальных ореху. Стрим снайпим, стрим снайпим. Когда делаем совместный стрим? Совместный стрим делаем? Так, ладно, я делит. Надо переодеваться. Надо переодеваться по-быстрому. Надо переодеваться. Так, гром на дальность. Под бизнес, подработку. Ну то под настроение. Есть вариантик. Дать контента. Без душки будет. Опачки! Опачки! А вот это уже интересик. А вот это уже рабочая. А вот это уже рабочая. А как связаться? А есть ли вариант связи какой-то? А вот это уже контент. А вот это уже хорошо будет. Очень хорошо. Под настроение, понял. Услышал, услышал. Так, вопросы. Вопросы, вопросы. 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 Какие у нас есть вопросы еще? По поводу Скорпиона мы и так, в принципе, все уже поняли, что это какое-то новое устройство. Какое-то новое устройство. Что у нас есть интересного по вопросикам? Но контент заедет, это я уже рад. Это я уже рад. Что с танкофандом? Почему так слабо было? По танкофанду спросим. Спросим по танкофондику. То вам слабо, а мне по деньгам норм. Вот такие ответы пошли. Опачки! Опачки! Главное, карманы полные, да? Вот так вот, ребяточки. Вот так вот. Когда будет новый корпус? Баланс. Ага, вот оно чё, Михалыч. По баблу залетело вкусно, значит, орех говорит. А я думал, невкусно. А я думал, залетело невкусненько. А он говорит по-вкусненькому. Никто не говорил, что это корпус. А чё это? Ну, это понятно, что зенитка. Когда будет? То, что это зенитка, которая раскладывается, это понятное дело. Когда будет эта движуха? Вертолеты не в планах пока. То есть, чисто с 1 апреля. Чисто первоапрельская. Нет, это лор. Что такое лор? Драгон лор? Чисто драгон лорчик? Чисто драгон лор залетел? Может, сделаем вкусную битву ютуберов?
как была со звездами. Но чисто так, замутить, может, движухи уже грязные пора бы. Спустя 2 года-то. А? Может быть, уже пора сделать какую-то грязь рабочую. Если вы ее не зачитерите еще раз. Какие читы? Мы на честных. Мы одни из самых честных в этой игре. Надо делать, надо делать. Знаю, знаю, глупо вышло. Чего? Какие читы, мы на честных били звезды? А? Какие-то? И ты тут? Где тут? Кто тут? Я на месте. Кто где? Я здесь. Так. Битвочка ютуберов будет, да, значит? Пора бы уже делать. Так, а что у нас еще по ивентам? Что у нас по ивентам? Что с фондами? Почему зажали так же? Зажал так сильно. Работяги перестали... перестали зарабатывать. В планах стоит? Ой-ой-ой, в планах битвочка ютуберов делаем? Делаем, ребяточки, делаем битвочку ютуберов, делаем. Хорошо, хорошо, хорошо делаем. Хорошо. Зато голды дольше падают. Голды по 1к. Смеешься? Как будто бы пора уже по 10, 5, 10 делать, чтобы был интерес. Может быть, пора менять уже? Как будто бы можно было бы уже грязь сделать, не? По 10 и падают чаще, ты как будто еще не заметил. Как будто мало. Без фондов, без опыта. Или я думал, ты только число ключей в миссиях заскамил. Мэн, ну этот скам, конечно, жесткий. А за что так сильно-то скаманул? Еще и ТК с мини-игры. Это я тоже запомнил. Это я тоже запомнил и записал. Это как бы, ну, тоже как бы уже все зафиксировано было. Разводка. Как будто работяги недовольны. Блин, опять бой закончился быстро. Так, ребят, ну второй раз поймал для вас. Второй раз контента дал. Надеюсь на вашу поддержечку. Поддерживаем видос лайком. Для себя, возможно, узнали какие-то новые интересные ответы на вопросы. Плюс спойлеры по поводу битвочки ютуберов. По поводу гранат. По поводу, что там у нас еще было интересное. Поэтому поддерживаем видос лайком. Подписываемся на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Проявляем максимальную активность. Ну а я лечу ловить третью врывалову, третью часть. Всем спасибо и пока.